Добрый вечер, дорогие мои подписчики. А я себе готовлю ужин. И сейчас вам покажу, что я придумала сегодня себе. Вчера здесь на рынке в Харькове купила салаку. Видите, какая крупненькая. Удивила цена. Подорожала. И теперь она по 60 гривен килограмм. Просто можно обалдеть. Но я уже так давно не ела рыбы жареной, что не смогла себе отказать. И решила себя побаловать сегодня. Особенно такую мелкую я люблю. Да и крупную люблю, всякую люблю. Ну, вот сейчас на ужин буду жарить. Жарится моя рыбка. Такая становится золотистая слегка. Хочу посильнее зажарить. Постараюсь. Такая тут потуша была. И порумяни. А? Рыбкает. Рыбочка пожарилась. Почти золотая. Сейчас картошечку варю. И будет у меня ужин. Картофельное пюре с жареной салакой. Вот.